Всем приветик. Я на совсем чуть-чуть вышла на связь. Я хочу устроить опрос. Я хочу поменять название канала и назвать его «Жизнь с надеждой». Ну, естественно, тут есть подоплека мое имя, но мне нравится «Жизнь с надеждой». Как бы я так тоже живу, да, и, не знаю, влог домохозяйки, мне кажется, он немного даже отпугивает, потому что кажется, что сейчас тут будет варка, кашеварка. Вот, я спрашиваю у вас совета, мои зрители. Вот, и если вам кажется, в принципе, подписчиков еще не так много, прям не критически, да, чтобы не позволить себе. Вот, скажите, нравится ли вам мой вариант «Жизнь с надеждой» с большой буквы. Вот, мне кажется, это позитивно, это здорово. Вот, а влог домохозяйки, мне кажется, немножко звучит узко, и кто попадает на канал, думает, что, возможно, сейчас тут будут какие-то, как сказать, супы, там, рецепты, это тоже хорошо. Но все-таки у меня на канале разноплановый контент, и «Жизнь с надеждой», все-таки у меня есть ролики и веселые, и какие-то про семейные отношения, и я обозреваю вообще жизнь, и сама по жизни живу с надеждой на лучшее. Так что скажите, как вам мое мнение, я прислушаюсь к нему, и я хочу поменять название. Спасибо.